Командир первой противотанковой батареи, позывной мой Егерь, фамилию не буду называть. Вот, у нас сегодня занятие по проведению технической подготовки с личным составом противотанковой батареи. Значит, тема 2. Вот, занятие устройства установки ПТРК противотанкового ракетного комплекса. Учебные цели. Первое. Закрепить знания, изучить назначение характеристик и общее устройство, назначение характеристик и общее устройство ПТРК при техническом обслуживании и ремонте противотанкового ракетного комплекса. Воспитывать в личном составе чувство ответственности за штатное вооружение. Учебные вопросы. Первый вопрос. Назначение. Так, время занятия 1 час. Место строевой класс. Там, где сейчас мы находимся. Вид, лекция, метод, рассказ, показ, литература, техническое описание комплекса 9К-111. Вот, план конспекта. Походного положения. Походного положения боевого. Снимаем ючное. Расстекляем, снимаем ючку. Ючное устройство. Для того нужно установки, чтобы переносить его походного положения. Выставляем 30 по меткам. Давай мотор, заряд. Заряжаем снаряд. Заводим цель. Бой готов. При обнаружении цели перегружаем. Все понятно. Это вы привели установку с походного положения в боевую. Вот это все, что вы видите, называется ПТРК, противотанковый ракетный комплекс. 9К-111, как он говорит. Состоит он из самой установки 9П-135М1 и снарядов. На данный момент сейчас 9М-113 стоит, но еще есть 9М-111. Сама установка 9П-135М1. Комплекс называется «Фагот». Сама установка состоит из треноги с тремя откидными опорами, аппаратурного блока наземного управления, вот он находится. Прибора наведения. Прибор наведения входит поворотные механизмы. Вот, лево-право, вверх-вниз. И оптики. Оптика 10-кратного увеличения у нее. Поле зрения 5 градусов. Здесь есть переключатель. Положение день, сумерки и ночь. Это для подсветки. По оптике. Оптика перископическая, то есть вы видите, сама оптика находится вверху, а здесь можно наводить здесь резкость, окуляр вот этот внизу. Это она сделана для того, чтобы она маскируется вот так, видно один снаряд, и она вот, ее можно легко убрать, то есть ее не видно, вы поняли, то есть вы как-то защищены. Так. И пусковой механизм. Пусковой механизм здесь индуктивного действия, вот он. Чтобы произвести выстрел, надо просто перевести с положения походного боевое, извести рычаг взвода, вот он находится, извели, и нажали на спусковой крючок. Тележка, люлька, это для установки, для фиксирования снаряда. Здесь есть замок разъема 6. Этот разъем снимается, чистится. В общем, ну это самое основное такое. Вот. На нее устанавливается снаряд. Здесь пазы. Также сам снаряд состоит из тубуса, ну, контейнера. Он выполняет роль направляющей трубы. Вы нажали на спусковой механизм. В таком положении я разъем снимать не буду. Вот устанавливается снаряд. В таком положении, чтобы видели, паз зашел, он или нет. Все. Досылается туда, там замок защелкивается. В общем, вот эти вот пазы служат, чтобы легче
закрепить на станке, на этом, чтобы он плотно стоял. Когда вы произвели выстрел, нажали на спусковой крючок, подает сигнал. Он индуктивного действия, подается сигнал на аппаратурный блок. С аппаратурного блока на разъем А6, так как он отсоединен уже, срабатывает моментально. Отстреливается крышка, вот она, снаряд уже отстрелян. Сзади срабатывает вышивная установка и вылетает оттуда, ну, ракет. Вы обратили внимание, вот это, как он отстрелянный. Здесь вот этот провод, он тянется там за ракета. То есть этот снаряд работает на расстоянии от 85 метров, от 85 метров до 4 километров. И 4 километра, там есть этот проволока, за ней тянется, тоже ракета вылетает, разворачивается у нее крылья, она мало того, что летит это самое прямо, она еще и вращается. Управление у нее полуавтоматическое, я имею в виду по проволоке, когда идет бой, надо быстро ее развернуть, поставить, установить, выбрать позиции, и все. Здесь есть метки на 3-0. Быстро в порядке сделать, группой прикрыть. Вы остальная группа прикрытия, вы разбегаетесь по сторонам и да. Прикрываете. Сейчас мы будем идти расчетом одним. План не понятно. Я подам команду, они. Там не слева, сбой! Прикрываю! Развернись в обратную сторону. Елки подвинуть. Бой готов. Наблюдаем за цель. Молодцы. Вы прикрываете. Расчет, отбой! Бегом! Уходим с позиции. Оптика, оптика. Забираем и отходим. Ко мне легко. Уходим. Попросили отрабатывать. Отделение устройство установки. Вот это я читал. Время проведения с 11 до 13:10. Ну, это тоже. Так, еще... это, пожалуйста, представьте, пожалуйста. Санинструктор. А позывной? А позывной? Ника. А эта сумочка, он там я вашу снял, да? Моя сумочка. А что вы здесь сейчас стоите, делаете? Ну, слежу. За здоровьем своих ребят ПТДН. А, то есть у нас идут учения такие, да, и мало ли что-то... У нас идут учения, и мало ли чем можно пораниться. Я слежу за тем, чтобы их здоровье было в целости и сохранности. Все понятно. Вот такие у нас симпатичные ополченки. Спасибо вам. Пожалуйста. Давай, любого бойца сейчас сюда вызывать, или командира любого расчета. Есть. Проверим. Тема занятия. Тема занятия, расчет наступления и... ДТХ установки ТОП, действия расчетов, отделения взвода. Надо четче докладывать. Без запинаться. Просто когда вас видим, сразу не запинаться. Да, и ругаю я тоже редко. Я просто прошу выполнять нормально свои, относиться нормально к своим обязанностям. Согласен? Это было. Страшного ничего нету. Там генерал стоит, маршал, какая разница? Ты же пришел сюда не за деньгами. Ну как? Правильно? С какой целью ты пришел сюда? Защитить свою родину, правильно?